начинаем задание. Курс на север, парни. На поиски капитана Тетча. Я тут немножко пободался с белым китом, не смог его завалить. Короче, вообще это очень трудно, надо покупать себе нормальную шлюпку, то есть утяжеленную, то есть, ну там, этот, бронирование. И, скорее всего, гарпуны еще получше. Потому что невозможно его завалить, там до половины хп довожу и все. И это что сейчас было с кораблем, вы видели? Ты нас всех разочаровал, Тэч. Решил остаться тут, значит. Черту его. И всех вас, кто последовал за этим пронырой в безвестность. Он просто глупец. Ты пришел звать меня домой. Благодарю за веру. Но Насау больше нет. Это мой финал. Я так не думаю, друг. Но и не вправе тебе указывать. Ты все еще ищешь мудреца? Да. В том месяце я взял корабль. Так там люди говорили, что некий Роберт сходит на принцессе. Попробуй проверить. Принцесса. Спасибо. Что ж ты как бочонок сдохла рыбой? Мы празднуем мою отставку! А ну, откупорьте ему завтрак! Оставь мне парочку. Эх, этот ублюдок из Гаваны. А, так, друзья, я сейчас на секундочку, прям на секунду отойду. Так, я снова тут. Я прошу прощения, то, что я как бы видео не монтирую, я сразу записываю этот и сразу выкладываю. Не люблю заниматься лишним делом. И да, я потопил галеон. Видите, у меня теперь 12503. Так что все круче, чем можно было ждать. Кстати говоря, тот галеон, он был 23 уровня, то есть вообще никакой, и давали 10 тысяч за него. Который меня узнал. Я перерезал ему горло, он и пикнуть не успел. Тебя видит? Не думаю, сэр. Но Кенуэй что-то подозревает. Он все замечает. Расскажи про Бей. То еще сборище, сэр. Пьяные до смерти. Это нам на руку. Расскажи мне про Тича. Что он кричит? Он Тэч, сэр. Так он себя зовет. И он просто чокнутый, сэр. Совершенно свихнулся. Чокнутый? А если подробнее? Ну, сэр, вот взять, к примеру, выпивку. Выпить-то он мастак, но не как все. Берет обычный пенсромом и сыплет туда полкружки пороху. Я не ослышался. Ты сказал пороху? Да, сэр. Для забавы. А еще на той неделе он согнал всю команду и запер в трюме. А сам начал жечь серу и прочую вонючую дрянь. Сидели как грешники, гниющие в отхожих ямах в преисподней. Ни больше, ни меньше. Боже.
Но для чего? Команду проверял. На прочность и выносливость. Пока что на корабле крепче его людей не нашлось. Я думал, живым не выберусь. Черт, я убил ходить. Двоих. Ну ладно. Смелее, Солнце. Их конец уже. Идем. Пора. Живей, подавай сигнал. Не запомни. Какого черта? Твою мать. Побежали, друзья, побежали, бегом, бегом. Охренешенька. Далековато, так что будем резать нахрен.
там? В вечных муках. Готов, сэр! Рифы, Марселяй, Марселя! Рифы на фоке! Все! Да уж. Чё, честно говоря, реально грусть печаль. Так. Остальное потом! Мимо цели! Глотни водички! Глотни водички! Как, блин, выбрать тяжелые снаряды? Я в душе не могу. Ослабить дизайн! Лиселя, так! Ловим ветер! Спусти дом, Брамселя и Брамселя! Блин, ребят, реально, как выбрать? Черт, вы тяжелые. Паруса отдать! Круче к ветру! Марсели, бомб, Брамселя! Как же ими пользоваться? Держитесь! По местам стоять! Я обязательно это узнаю, как ими пользоваться. Слушай, я что, собрался прям вручную, что ли, плыть? Ух, ё-моё, нифига себе. Канделябрить, блин! Да вы чё, балдели, что ли? А, я помню это место. Нам сейчас точно явно не туда. Поэтому мы сделаем так вот. Свободу гротам! Живо, живо, живо! Помогу скрыться. Это, пожалуй, мы оставим пока. Купить. А, о, ученик корабль, точно. Блин, ты... Чтоб тебя... Купить. Бортовое орудие еще лучше делаем. Или все-таки... Корпус подождем. Еще улучшить мортирные ядра. А теперь портовое орудие. Ну, я думаю, сейчас не любой корабль сейчас будет складываться. Приятель, хочешь залечь на дно? Да, залечь хочу на дно. Вот эти плюс сколько лучше. Да, уж. Поднимаем все паруса! Thank you.
10 тысяч. Погнали. Убавить ли себя? Живее, ребята, лишнего не дам. Стреляйте вон туда! Сэр! Пли! 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 Проклятие! Пли! Стреляют! Пли! Он идет ко дну! Сам! Блин! Наш форт помогает. И это не может не радовать. Блин! Прямо туда! Пустите все, кроме грота! Блин! Бой готов! Сайте туда! Это их добьет! Бой уходит! Особое место! И в щи... Еще паруса отдать! К бою готов, сэр! Блин. Слушай, да мы могём. Правый борт, кэп. Тут человек. Думаю, он еще дышит. 10 тысяч реалов. Пока я за баранкой все пучком. О, 100 дерева. Бли! Ждем приказа! Пушки готовы! Корабль! Пушки готовы! Похоже, приказ! Цвета британские! Только один! Образцовый дрель! Кэп! Удачная позиция! Сам! Готов к бою, сэр! Отдать гроты! По метру! Отдать гроты! Это охотники на пиратов! Чтоб каждый парус наполнился ветром! Марсели, брамсели отдать! Думаю, сейчас так и так будет приятно и без нас, живей, охотникам. Убить русского капитана. Да. Говно вопрос. Танцуем на ваших костях. Обороняйте палубы. Обороняйте палубы. Танец с пулями. Я думаю, друзья, на этой прекрасной ноте мы пока закончим. Мы захватили груз. Пригодится, чтобы улучшить корабль. Эту серию. Поэтому ставьтесь на канале, подписывайтесь на канал, вставляйте свои комментарии, ставьте пальцы вверх. И всем спасибо, всем удачи, всем пока.